орлиных гнезд. По-польски «шлях орлих гнезд». Это туристический маршрут в Польше протяженностью 163 километра, который тянется от города Кракова до Ченстохова. Название дано по находящимся на его маршруте руинам замков и крепостей, которые называются орлиными гнездами из-за того, что расположены на скалах. Эта местность в Малопольше называется Краковско-Ченстоховской возвышенностью. С точки зрения геологии, это известняковый кряж, такая себе невысокая горная цепь юрского периода со скалами, холмами и лесами. А замки, стоящие на ее скалистых вершинах, напоминают орлиные гнезда. Многие из них построены в средние века и разрушены в 1650-е годы во время шведского нашествия. Большинство из замков представляют собой руины. Только два замка, Эскова скала и Боболице, имели статус королевских. Как раз сегодня мы приехали именно в то место, где находится отреставрированный королевский замок Боболице, посетим его, а также посмотрим еще недалеко находящийся от него замок Миров. Побродим по скалистой местности и поднимемся на гору под названием Гора Сборов. Итак, стартуем. Вблизи поселка Боболице в Силезском воеводстве Польша на известняковом холме находится замок Боболице. В начале 14 века он был одним из 25 замков и крепостей, входивших в знаменитую цепь орлиных гнезд, пограничную оборонительную систему, созданную польским королем Казимиром III Великим, протянувшуюся от Кракова до Ченстохова. Когда-то на этом месте, получив земли от короля Болеслава III, стояло деревянное укрепление, построенное в конце XI – начале XII веков рыцарем Яковом Боболи. Отсюда и название замок Боболице. Датой основания замка считают 1350-1352 годы, когда был построен каменный замок. Первоначально на скалах находилась полукруглая башня и жилые корпуса. Позднее на склоне холма была построена крепостная стена, охватывающая замок по периметру, а в стене находились въездные ворота. Следующий король, Людовик Венгерский, занявший польский престол после смерти Казимира III Великого, в 1370 году подарил Боболице своему племяннику, князю Владиславу Опольскому. Тот, в свою очередь, в 1379 году передал его в управление венгерскому рыцарю, прозванному Анджеем Венгром. При нем замок превратился в гнездо рыцарей-разбойников. Грабежи купцов и окрестного населения продолжались вплоть до 1396 года, когда очередной король Владислав Ягайло, утомленный потоком жалоб, решил, наконец, покончить с бесчинствами феодала. Замок Боболице был захвачен королевскими войсками. Все имения вокруг замка вновь возвратились во владение короны. Однако король Ягайло разрешил Анджею Венгру остаться в замке и даже закрепил за ним право наследного владельца Боболице. После смерти Венгра крепость досталась его дочери Анне, которая в свою очередь завещала владение поровну своему сыну Станиславу от первого брака и второму мужу. Это завещание стало причиной многочисленных тяжб и внутрисемейных конфликтов, конец которым положил в 1445 году Петр Шафранек, племянник Станислава. Он получил вторую половину замка в обмен на свои прежние владения. Далее замок несколько раз продавался
другим владельцам. А в 1587 году замок Боболице пострадал во время осады и штурма австрийскими императорскими войсками. Подошедшая польская армия предотвратила полное разрушение замка. А в 1625 году Боболице перешел к владельцу соседнего замка Миров, пану Мышковскому. Замок Миров находится, кстати, недалеко, и мы его посмотрим чуть позже. Во время вторжения шведов на земли Речи Посполитой в 1657 году замок был взят и практически полностью разрушен. В последующие десятилетия Боболице постепенно приходил в упадок, и на рубеже 17-18 веков после ряда войн Речи Посполитой со Швецией представлял собой почти руины. После Второй мировой войны обломки крепостных стен пошли на прокладку дороги между Боболице и Мировом, а приезжие в замок туристы постепенно растаскивали оставшиеся по камешку на сувениры. Так бы и стоял Боболицкий замок, обдуваемый ветрами и заросшими кустами, если бы не братья Лисецкие. В 1998 году они договорились с властями о приобретении развалин в приватную собственность и активно начали реконструировать крепость. Поначалу эта идея натолкнулась на множественные препятствия со стороны историков, архитекторов и обычных граждан. Все боялись, что обновленный замок не будет отвечать своей изначальной стилистике и превратиться в некое подобие искусственного объекта, совершенно потеряв при этом свой исторический дух. Но не все так страшно, как казалось. Замок отстроили с учетом характерной архитектуры 13 века, приняли во внимание остатки стен и фундаментов. В 2008 году произошло торжественное открытие замка, в котором разместился музей, ресторан и небольшая гостиница. Если бы Боболицкая крепость не попала в руки Лисецких, то в скором времени от нее остались бы лишь груда камней. Внутри можно увидеть найденные при раскопках предметы разных эпох, от средневековья до середины 17 столетия, в том числе оружие, доспехи, а также предметы быта, принадлежавшие когда-то хозяевам замка и проживавшим в крепости слугам.
Посмотрев замок Баболице, мы отправляемся взглянуть на следующий замок – Мируф, расположенный отсюда недалеко. На данный момент он также принадлежит братьям Лисецким, выкуплен в частную собственность под восстановление. Там сейчас идет реконструкция, замку из руин постепенно придают первоначальный вид. Поэтому билет вовнутрь мы не брали, посмотрим так его снаружи. Тем более в пешей доступности до 2 километров прогуляться по свежему воздуху и живописному ландшафту на пути к следующей локации. Что ж, вперед. Замок в Мируе был построен примерно в 14 веке рядом с деревней Мируф во времена короля Казимира Великого. На протяжении веков замок переходил в руки последующих рыцарских семей. Он сильно пострадал во время шведского нашествия, когда значительная часть стен была разрушена, и на долгие годы он пришел в запустение. Крепость стало для местных жителей источником каменного строительного материала, что ускорило ее опустошение. В 19 веке у замка уже не было крыши, а стены во многих местах обрушились. В 2006 году семья Лосецких, нынешние владельцы замка, начала работы, направленные на спасение этого памятника. В настоящее время в замке продолжаются восстановительные и реставрационные работы. Так что в недалеком будущем он также будет идеально выглядеть, как стоящий рядом замок Баболице, и в полном объеме открыт для посетителей.
Ну а нам следовало вернуться обратно на парковку у замка Баболицы, чтобы переехать в следующую планируемую для посещения локацию. Это гора Сборов. Пеший путь назад оказался не менее привлекательным и живописным, чем туда. Полчаса перехода от одного замка до другого сопровождаются красивыми видами скальной местности, живописной природой. Шли туда одной тропой, возвращаемся другой. На обратном пути даже попалась интересная пещера. Она называется Яскиния Суха. Переводится как «сухая пещера». Хотя в ней так же, как и в других пещерах, немного мокро и прохладно. Вероятно, в сравнении с другими пещерами она более сухая и комфортная, поэтому носит такое название «сухой пещеры». Итак, переехав на несколько километров дальше, мы попадаем на следующую локацию одного из красивейших уголков, такой себе заповедник «Гора Сборов».
Тут следует какое-то расстояние пройти пешком, чтобы добраться до скалистого холма высотой 467 метров над уровнем моря. По пути прекрасные виды, сопровождаемые живописным лесом и красивыми скалами. Есть тут пещера под названием Яскиня Глымбока, пещера глубокая, но туда не попали. Дефицит времени, потому что нужно было еще забраться на гору сборов, а месяц октябрь, темнеет в 5:30, экскурсия в пещеру раз в час с гидом, входной билет, все такое. Даже каску на голову для безопасности туда нужно одевать. Вероятно, чтобы на голову в пещере сверху ничего не отвалилось, либо проходить, нагинаясь через узкие отверстия, не зацепившись головой. Не знаю. В общем, пещеру пропускаем и идем дальше. Ну а холм, на который мы вскарабкались, гора сборов, это, конечно, красота. Панорама отсюда открывается обалденная. Такая себе природная смотровая площадка с классными видами. Были даже замечены молодожены, жених и невеста, которые для фотосессии не поленились подняться наверх, чтобы запечатлеть момент начала совместной жизни на фоне красивейших скал юрского периода. This is the real.
Также это место гора Сборов популярна среди любителей скалолазов. Их здесь достаточно. И где да как, если можно залезть по скале наверх, скалолазы берут, лезут и покоряют желаемую высоту. Также гора Сборов имеет свою собственную легенду. Согласно легенде, когда-то давным-давно здесь на холме собирались ведьмы, чтобы улететь на метлах на шабаш, устраиваемый на близлежащей лысой горе в Свинтокшевских горах. Само название гора Сборов происходит от названия «сбур», что означает «собрание». Во время этих сборищ ведьмы творили тайное колдовство, сопровождающее весельями и танцами. Ведьмы жили среди жителей близлежащих деревень. Они выглядели как обычные женщины. Люди всегда боялись ведьм. Они умели насылать болезни и смерть на людей и животных, отбирать молоко у коров, вызывать бури, отравлять еду и воду, отнимать любовь мужей и невест. Так что вот такие вот здесь дивные места, наполненные не только пейзажами красивых видов настоящего, но и темными загадочными тайнами прошлого. На этом заканчивается наша самоорганизованная экскурсия в небольшую часть локации пути Орлиных гнезд Краковско-Ченстаховской Юры. Кто досмотрел, тому респект. Деньки за оглядание, что означает спасибо за просмотр.